Всем привет, дорогие друзья, с вами Егор Шип, и сегодня мы будем играть в нашумевший сериал «Игру кальмаров». Главный приз у нас сегодня iPhone 13 на 256 гигабайт. До начала игры 3, 2, 1, поехали! Всех приветствую! Сегодня один из вас выживет в нашумевшей игре кальмара. Главный приз iPhone 13 на 256 гигабайт. Сейчас предлагаю всем паковаться в маршрутке. Узнаете все подробности, когда приедем на локацию. Поехали! А чтобы играть в кальмара, нужно много сил и энергии. Поэтому пей Аскания и будь легендой, как я. За ваше здоровье! А теперь погнали смотреть дальше. Ну что, участники, еще раз всех приветствую на первой игре «Кальмар» в реальной жизни. Сейчас будет максимально простая игра. Те, кто смотрел сериал, понимают. Это будет игра «Красный-зеленый свет». Если кто-то после того, как я сказал «красный», продолжает двигаться, то получает пулю из пинбольного оружия в себя и вылетает из игры. Те, кто пройдут 5 испытаний, получат главный приз – это iPhone 13. В сериале, конечно, маску снимать нельзя, но иначе мне нихуя не видно. Я спускаюсь сейчас вниз, и мы начинаем. Вы все готовы? Да. Когда я отворачиваюсь и говорю «зеленый», вы можете передвигаться в любом направлении с любой скоростью. Когда я говорю «красный стоп», поворачиваюсь на вас, если я засек движение, то я, соответственно, у вас выстреливаю. Ваша задача — дойти до конца вот этой вот линии, которая размечена красно-белой лентой. Зеленый свет, красный свет. Не обессудь, бро. Зеленый свет, красный свет. Зеленый свет, красный свет. Ой-ой-ой. У тебя осталось несколько секунд жизни. Не больно? Зеленый свет, красный свет. Зеленый, красный. Зеленый свет, красный свет. А это оператор. Зеленый свет, красный свет. Зеленый свет, красный свет. Зеленый свет, красный свет. Зеленый свет, красный свет. Зеленый свет. Красный свет. Зеленый. Красный. Зеленый. Красный. Зеленый. Красный. Зеленый. Красный. Блять, они не двигаются. Красный. Почему не честно? Зеленый, красный. Зеленый, красный. Красный. Зеленый, красный. Зеленый, красный. Зеленый, красный. Зеленый, красный. Зеленый, красный. Зеленый, красный.
Зеленый! Красный! Хорош! Я не знаю, как ребята все реально держались, потому что там их друзей убивали, как бы, знакомых. Тут он просто стреляет с пинбола, а ножка трясется. Не, ну круто, ребят, честно, адреналинчик бегает. Глаза победителя. На финале увидимся. Заряжен по полной программе. Моего друга убили. Вот еще один мой друг. Вот если его не станет, я не справлюсь. Мне тяжело вообще. Ты бы убил его в последнем раунде, если бы на этом зависел айфон? Да, убил бы его. Ну что, у нас осталось чуть больше половины. Мы сейчас переходим ко второму заданию. Поздравляю всех, кто прошел первый этап. Осталось всего 4. И айфон будет у победителя. Пойдемте. Второй раунд, игра называется «Сахарные соты». А, здесь вот в эту локацию по этому периметру, никуда не дальше, может быть за деревом, может быть где-то в шинах, может быть где-то еще, спрятаны белые коробочки, в которых лежат соты. А, здесь количество ровно одна на каждого человека. Поэтому по моей команде каждый ищет свою коробочку, либо забирает ближайшую, как удобно, и начинает вырезать фигурку из сахарной соты иголочкой. Первые 20 человек, кто это сделает, пройдут следующее испытание. Не торопитесь, делайте это аккуратно, потому что если фигурка сломается, то вы выбываете. Все понятно? Раз, два, поехали. Все здесь по периметру. Две соты нашли. У меня зонтик. Ну я как? Не пройду. Это тяжело. А помнишь, он лизал ее? Ну, я помню, что он лизал, но это же не карамель, это печенье. А, блин, ну да. Может быть, откуси? Ну дальше там вообще я не смогу. О май гад, получилось чуть-чуть. Но она может сломаться таким образом. Ну мы же не на жизнь играем, а на смерть. У меня давление поднялось. У меня тоже. А лизать не получается, да? Нет, она толстая. Вроде слишком она мягкая. Ничего не подумайте. Но приходится. Кен, урод. Как я испугалась. Ага, кайф, проходи. Идеальная звездочка. Кайф, проходи. Проходи. Сколько человек? Проходи. Он сломал! Егор! Может договоримся? Брат! Я долизал! Ребят, у меня была мечта купить себе когда-нибудь самому айфон. Я проиграл. Хавать-то я могу? Егор! А ты я долизал. Я прикинь, я лизанул, она просто... Проходи. Вам достаточно просто сделать фигурку, потому что много уже выбыло. Можете делать аккуратно. Как думаешь, получилось или нет? Я думаю, получилось, но, блин, просто вот... Ну, не, не. Думаешь? Не получилось, бронь. Меня уже один раз пытались обмануть, вот так вот ходит с уголковым съеденным. Проходи. Красавчик, проходи. Ты не туда, не туда, победный туда. Ну что? 3 раза меня уже пытались обмануть. Подходили со сломанной фигуркой, которую закрывали пальцами. Я такой, ну-ка, пальчик убери. Вот участники, которые сейчас уже прошли, кто-то из них точно получит сегодня новый iPhone. Некоторые еще доделывают. У нас главное правило второго испытания было то, что 20 человек проходит, так как вылетело уже больше, проходят все, кто, в принципе, сделает эту фигурку. Поэтому смотрим дальше, что получится. Мне нравится, но я чувствую себя нереально виноватым, потому что эти глаза на меня смотрят, проигравшие. Осталось немножко человек, они сейчас доделывают. В основном там сложные фигурки, остались зонтики. Кайф, проходи. Главное все честно. Ты тоже зонтик делаешь? Да. Получается? Ну, почти, да. Зонтик очень сложно вырезать. Но вот у ребят получается. У тебя зонтик? Да. Сломался? Да. По количеству народу
Вам достаточно просто сделать фигурку. Да там еще делать и делать. Пацаны, рука болит после операции, вон шрам, блядь. Там в комментариях поддержите, по-братски. Сними пару кадров. Зонтик, вот как в сериале. Да. Он сломался там, где не надо. Ты все пробовала, лизала там? Нет, я грызла, да. А, да, он просто грызла. Он сломался как-то уже не сам по себе, я и без усилий. Ага. У меня брат с кругом прошел, поэтому я буду за него болеть. Вообще реально, ты как думаешь, смог бы? Звездочка. Бы? Я просто не понял, как. Я думал, сначала надо вот как он старается, чтобы она сама вывалилась. А потом подумал, что ее надо просто подламывать. Ну, все, подломал. Как успехи? Да, нормально. Ноги только затекли, а так все. Не расстраиваешься? Не, все окей, все нормально. Все, ну, тяжело было это делать, это испытание, как думаешь? По сути, да. Вот по большому счету это сложно реально сделать. Но если у кого-то есть зажигалка, конечно. Ты хитер, как в фильме. Да. Это как бы чит называется, но не получилось все равно. Зажигалка тоже не получилась? Не получилось, потому что прям погода слишком холодная. Короче, если что, я холостой. Самое главное — победа, не участие. Кайф, проходи. Это был последний участник. У тебя получилось, покажи. Да, я все. Последний поезд. Нормально, бро. Не больно? В смысле не больно? Зря я сказал, что не больно, он мне попал в руку. О, прям попал, где у меня стояло. Ни хрена себе, у тебя там прям шишака. И на попал. Ну, покажешь, нет? Не покажу, ребят, YouTube не пропускает. Третье испытание, у нас осталось 14 человек и ровно 7. Прямо сейчас вылетит. Делитесь на две команды, у вас есть 30 секунд. Поехали. Выносливый был, чтобы первые двое не нашагали, а последний держал это преимущество. Далее, в середине должен быть главный, кто будет считать и командовать, чтобы все слышали. То есть, ну, тот, кто мотивирует, говорит. Кто тебе сказать, когда тянул? Да, в школе. Ну, вот я тоже тянул. Мы неровно стоим, по диагонали. Налево шаг. Кто самый сильный у нас в команде? Сильный? А выносливый? Я могу кричать. Нам нужен мальчик в конце выносливый. Очень выносливый. Вы в конце, вы в начале, мы все в середине с девчонками, и я давайте буду говорить. Давайте раз. Давайте вот так лестницей. И вот так вот встаем, да, как в игре. Давай, я в конце встану. С двух сторон. Перчатки снимаем. Все смотрели правила сериала? Нужно в какой-то момент остановиться, они все упадут. Но при этом, когда они упадут, их канат-то и тянется все равно. А чего они? Я ничего не хочу сказать. Не боишься? Боюсь, не хочу проиграть. Сила или техника? Техника. Техника? Что будало? Сила или техника? Как думаешь? Все важно в этой игре. Все абсолютно, и мы выиграем. Они вылетят? Думаешь, они вылетят? Конечно. Без вариантов. Ну что, готовы? Раз, два. Да, с грязью, конечно, прям вообще тут, конечно. Подвело, да? Но это условия, а не мы. Победила команда справа. Поздравляю вас. Команда слева, к сожалению, вы не выжили. Эта игра была сейчас нечестная. Почему? Да, я тоже. Почему? Так, потому что сперва была предъява в этот адрес, что здесь опирались ногами. В итоге на втором раунде там опирались ногами. Это мало кто видел, но видел это я. У меня на видео это есть. Поэтому тут, смотри, мы это переигрываем. Давайте не здесь, давайте переигрываем. Вот здесь ногой попробуйте сделайте, и вон там вот. Вот он упал. Да, я он упал. Упал. Давайте еще раз. Да, он упал. Смотри, да, я пожалуйста. Судья.
посмотрите еще раз, пожалуйста, видео. Открой видео. Он упирается об стену или просто ударился об стену из-за того, что канат трясется, его может не, свистить. Не, не трясся, я же помню. Смотри, я его тяну, меня тянут, я ударяюсь. Просто ударяюсь. Вот, кровь, да. Смотри. Ну что, что вы с нами делаете? Давай-ка, сейчас решающий будет. Да. Ребята уже разделились на две команды, и сейчас 7 из них отправятся домой. На счет 3 вы готовы? Да. Раз. Два, три, поехали! Молодцы они, но они не знают, что сейчас будут между друг другом бороться, и их дружба рухнет в один миг, а мы, друзья, навеки! Егор, что, все справедливо сейчас было? Все справедливо, все справедливо. Ну тут дорожка под наклончиком немножко, а так все нормально. Ну что, предпоследняя игра, которую пройдут всего 2 человека из 7. Игра называется «Выбери правильный путь». Здесь лежит 7 дощечек, и вы на свой вкус выбираете ту, которая вам больше по душе. И только 2 из них под собой имеют улыбчивый смайлик, который проведет вас дальше в финальную игру. Вы готовы, по моему счету, занять доски? У вас есть 10 секунд, чтобы занять свои дощечки. Раз, два, поехали. Стоп. Ну что, как ты думаешь, что там? Я думаю, там все отлично. О, нет. К сожалению, первый участник выбывает. Пойдем дальше. Ну что, как ты думаешь, что там? Ну, я думаю, там улыбается. Улыбается? Улыбается. Давай, отходи. Фух. Я сам не знаю, что где. К сожалению. Осталось 5 человек, и 2 из вас пройдут дальше. Ну что, бро, как ты думаешь, он улыбается или он грустный? Я думаю, что он улыбается так же, как и я, на моей стороне. Давай, отходи. Фух. Грустный. Оу, фак. Ну что, идем дальше. Как ты думаешь, он улыбается или он грустный? Все так думают. Отходи. Оу, щит. Первый прошел. Давай тебя посмотрим. Ты что думаешь? Я думаю, что улыбается, надеюсь на это. Ну что, смотрим? Он улыбается! Получается, ребят, к сожалению, ваши доски сегодня оказались грустными. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Вы молодцы, вы проходите финальную игру, где вы будете соревноваться между собой. Драться не надо, как в сериале. Все хорошо. Ребят, те, кто вылетел, вы были близки. Ну, повезет в следующий раз. Вы тоже большие молодцы, что дошли до почти финального задания. И мы переходим дальше. Ну что, у нас суперфинал, финальная игра, и один из вас, а вас осталось на минуточку 2 человека, получит iPhone 13. Правила максимально простые. Перед вами 18 коробок, вы сейчас скиньтесь на свой фаш, чтобы это было максимально честно, кто тыкает первым, и как в шахматах, one by one. Кто-то один из вас сегодня заберет iPhone, найдя его в этой коробке. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой, прошу прощения. Так, окей. Я
думаю, что не в этой. А-а. Нету. Первая коробка пустая. Я думаю, что посередине. Вот это? Пусто. 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 Вот это. Пусто. Пусто. Вот это. Пусто. Это? Да. У нас есть победитель! Просто шок. Я третий день в Москве, я сюда переехал совсем недавно. Вот. И попал сразу на съемки к Егору Шипу. Но скажу одно. Это телефон, и хочу... Можно отдать вот такие деньги. Блин! Ты это слышал? Спасибо. Чуваки, это что сейчас было? Красава. Молодец. Поздравляю спасибо тебя. Спасибо большое. Спасибо. Это заслуживает 3 лайков прямо сейчас. Как тебя зовут? Алексей. Лёх, ты красава. Спасибо. Спасибо большое. Не за что. Столько прошли. Это была первая, между прочим, игра кальмара в реальной жизни. Все максимально кристально честно. Леха просто отдал свой приз девочке. За это ему огромное уважение и респект. С вами был Егор Шип. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях свое мнение, сложившиеся впечатления об этой игре. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.